Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я буду видео делать не одна. Сегодня у нас с вами гость, это Генри. Сегодня мы вам покажем, какой образ можно подготовить для Хэллоуина. Скоро у нас этот замечательный праздник, и мы вам расскажем, как можно сделать образ Франкенштейна для молодого человека. Поехали! Сейчас мы будем делать макияж глаз, поэтому будем использовать базу под тени. У меня она будет под Нарс, я уже рассказывала в своих видео. Добавим немного более красного оттенка, чтобы цвет был еще более красивый. Далее мы будем уже рисовать непосредственно шрамы на лице, как и подобает нормальному Франкенштейну. Будем использовать для этого гелевую подводку Maybelline. И также будем использовать кисточку. Можно использовать скошенную, у меня будет кисть как лопатка такая небольшая. Приступаем. Если что-то пошло не так, Ларя. Ты недавно рассказывала. Далее мы используем на подводку, нам нужно нарисовать для большей реалистичности красным или бордовым карандашом. Мы будем рисовать с вами тем и другим. Сейчас у нас будет карандаш от Витуаль, оттенка Брюн Данте. Извините за мой процесс. 107 оттенок. Когда наш Франкенштейн будет в полном фэшене, мы будем делать его скулы зелененькие. Далее, для того, чтобы у нас образ был реальный, мы будем клеить ниточки специально нарезанные для этого на клей для ресниц. У меня это был клей помад от Ardell. Thank you.
далее мы добавим немного крови. В данном случае у нас будет новинка от L'Oréal, которую я себе взяла потестить. Итак, у нас 402 оттенок, Forget Me See, матовый блеск для губ. А, я думал на губы. Я думала, нигде мне этот блеск не понадобится. Оттенок Апокалипс – это блеск Revolution Urban Decay. Ну как? Шикарно! Мне кажется, что здесь губы лишние. Почему? Вот губы лишние или не лишние в этом образе? Лишние. А, мне не кажется. Ну тебе не кажется лишние. Мне кажется, он гламурная киса сразу. Ну ты не делай так губки, ты так. Нет. А то, что они блестят. Если бы они не блестели, было бы... Ты можешь зубы, тебе прекрасно зубы, ты можешь... Ты можешь сделать, чтобы у тебя кровушку чуть-чуть? Сделай, пожалуйста, вот так. Ты где нам сейчас кровушку? Вот не надо, да? Вот я тоже чувствую, что что-то не то. Простите, у нас на борту сложно стоять. Мы надеемся, что вам очень понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какой образ вы готовите на 31 октября. И, конечно, можете повторять наш вариант. Я уверен, что у вас получится. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наши каналы, чтобы быть в курсе всех новостей. Мы вас будем ждать в наших новых видео. Все, всех мы вас любим, целуем. До скорых встреч. Пока. Если хочешь идти, иди. Иди. Хватит монстра. Открыла, да. Ребята. Смотрите, какой получился у нас Франкенштейн. Ребята, я живой. Ребята, девчульки. Ребята. Ребята. Ребята, надеемся, что вам очень понравилось это видео. Вы можете полностью оценить образ. 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 Безумный образ.